Добрый день. Сегодня у нас во дворе случилось небольшое ЧП. Как мы видим, кран передвижной немного скособочило. Точнее, видимо, совсем стрелу сорвало. У нас вроде сегодня очень сильный ветер был. Либо там что-то пошло не так. Так как в том месте, где шасси просело, там даже дым шел, видно было. Видно, что это сорвано. Наблюдается ситуация примерно где-то, ну я заметил, правда, с другой стороны, не видел самого масштаба, примерно с 5 до 6, а сейчас уже 11 час вечера. Как видим, там стоит вторая машина подобная, пытается не стрелу удерживать, так все-таки эта ситуация довольно-таки опасная для тех, кто может там находиться. Половина двора, собственно говоря, оцеплена, там веревочки висят, ну, конечно, плохо видно, но вот подобное вот ограждение на полдвора. Не знаю, сколько у них еще будут продлеваться эти работы, но сам факт. Просто дом рядом, здесь проводятся ремонтные работы, и на крышу поднимают какие-то грузы тяжелые. Видимо, как раз из-за сильного порыва ветра стрелу крана уронило. Ну, или она просела. Может быть, там грунт просел под машиной, потому что как-то очень странно. Но явно видно, что сорвало опору на шасси. Не смешно. Такая вот обалденная новость. Кран сорвало.